Друзья, подхожу уже к избушке. Мишаня едет на квадрике, Радик где-то тоже едет на скутере. И вот такое вот туманище стоит над нашей поляной, над нашим логом. Просто невероятно. Но нынче мы с аккумулятором и светодиодной лентой. Но кто нас смотрит давно, уже знает, что к чему. Никого не было. Записей нет, по крайней мере. Вот это лосяра. Вот это рога у него мощные. Вот и уже Мишаня подъезжает. Туман уехал. Просто ужас. Я прикинь, кого видел. Кого? Лося вообще здоровый. Да ладно. Капец. Серьезно? Рога такие здоровые. Серьезно? Да. Где видел? А? Здесь в лагу? Там в лагу за родником. Да? Вообще. Ничего заснял, не касается. Получилось. Заснял. Да? Да. Серьезно? Да. Вот это круто. Кушать хочет. Сейчас мы ему голов куриных дадим. Он их как семечки кушает. Загнем? Вот это просто нормально. Угу. Да, да, просто да. Широко. Подгибаем. Да не пускайте. Давно-давно просилась, друзья, сюда новая скатерка. Сейчас затопим печь, у нас одежда вся сырая, чтобы просушилась немного. Много подкидывать не будем. Так, парочку. Вчера и полная. Да, грубоватая. Надо шлифовать. Друзья, давайте заряжайте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Делитесь видосиком обязательно. Всем хорошего настроения и приятного просмотра. Погнали. Что такое Хьюга делает? Шушку тихарит. Смотри, как аккуратненько закапывает.
Всем приятного. Приятного аппетита. Все, мы перекусили и отправляемся по воду. Вот такой родник у нас, кто не знает. Исток у него вот там из горы выходит. Вот там гора. Родник бежит круглый год. Не пересыхает. И не застывает. Чистая родниковая вода. Пока завязывал баклажки, весь вспотел, пойду умоюсь родниковой водичкой.
Так, сегодня Хьюго там жопу не показывай всем своим. Сегодня будем косить траву. Для этого нам понадобится триммер, конечно же. Ну, Хьюго. Здесь идет четырехтактный движок, леска. И еще в комплекте шел вот такой вот диск. Травы у нас нынче здесь выросло очень много. Мы все лето не косили, да и в том году тоже не косили. Сейчас появился шанс, и мы этот шанс не упустили. Да, вот идет только внутренний фланец, получается. Резьба на лягушке с леской у нас обратная. Вставляем ключ, стопорим, закручиваем. Ну и устанавливаем защиту. Там ставилось-то. Бак на 700 миллилитров. Подкачали бензин, выдвинули подсос. Я уже под себя подстроил инструмент. Одеваем защитные очки обязательно. Вот такой вот, друзья, участок получилось скосить за минут 15. Я не профессиональный косильщик. И вообще я триммер держу этот второй раз в своей жизни. Поэтому строго не судите, кто как может. Хьюго уже заценил. Хьюго, тебе нравится, да, малыш? Нравится Хьюго движуха. Пока Саня косит, Ради готовит кушать, я пойду наберу материал для еще одной такой скамейки с этой стороны. Нам нужно еще два бревна по 130 сантиметров и 6 маленьких тюлек по 70 сантиметров. Все то же самое. Приступлю.
прошкурил два бревна, поел земляники немножко. Земляники полно, везде растет, прям на каждом шагу. Вот, смотрите. Вот земляничка. Вот земляничка. Вот. Между делом хожу, ем. Домашние яйца. Итак, друзья, удалось уже выкосить вот такой участок. Тут тропинку к лесу проложили. И начинаю уже с этой стороны избушки косить. Аппарат мощный, хороший, мне очень понравился. Вообще такие эйфорические ощущения от него ощущаю. Не знаю, как это объяснить, выразить. Короче, когда что-то делаешь, и что-то делаешь хорошим инструментом, и когда у тебя еще это получается, это... прямо максимальная эйфория, я считаю. Он землянику ест. Там ее на поляне очень-очень много. Вкусная земляника! Пока что ушло два бака, чтобы выкосить вот такую вот площадку. Хьюго балдеет максимально. У него теперь появилась новая зона для лёжки. Хьюго, тебе нравится? Хьюго. Хьюги. Хьюги. Пока Саня косит, а Миша пилит, я режу. Вернее, уже нарезал. Вот и подошел последний месяц лета, а мы так и не готовили окрошку на избе. Решили в этот поход приготовить окрошечку. Уже все нарезал, сейчас буду звать ребят кушать.
вот сюда вот это ставить. Нет, я просто... Мужики, к столу! Принято! Немного перекусим окрошечкой. Квас у нас домашний. Всем приятного аппетита! Вот что. Всем приятного! Приятного аппетита! Ништяк. Бомба! Саня, папку дашь? Обедаем вот с таким вот мы видом. На опушку, на лесок. Красота вообще! Для удобства и наглядности перевернул триммер, чтобы его собрать. Ну и для удобства. Закручиваем болт сверху. Тут резьба левосторонняя. Вот так вот. Все. Отлично берет! Компания Redwerk нам еще прислала вот такой шуруповерт. Вот такой шуруповерт. Мощный, большой. Приобрели мы такую насадку на шуруповерт, чтобы прошкурить лавки, стол, ну все, что нам нужно будет. И проверим шуруповерт в деле. Еще оденем ручку, чтобы было удобнее держать.
на сверлении идет лучше, берет лучше. На максимальной скорости выдает 2000 оборотов в минуту и хорошо справляется с данной задачей. На шуруповерте имеется индикатор заряда. Вот уже показывает, что почти сел. Одна палочка горит. И есть еще фонарик вот здесь. Хоть и шуруповерт не предназначен для таких работ, но справился с ними на ура. В дальнейшем будем использовать этот шуруповерт на основе места предыдущего нашего шуруповерта. Вот такая. Обрабатывать нужно в 2-3 слоя, написано на банке. Много тут вообще. Что такое?
Вот так получается. Вообще красота. Вот они, красавчики. Три штуки нашел. Три ястреба. Шире получилось. Чаша, что ли? Да. Я больше брал. Ну, село. Все, село. Во, прямо село вообще идеально, Михалыч. Еще уровень посмотрим. Во! Мои расчеты были верны. На шуруповерте аккумуляторы сели,
дорабатываем вручную. Все, забиваем. Угу. Может их тоже рубанком пройти? Какие-то красивые.
Лавка готова. Ну как вам, друзья, наша опушка? Полностью выкосили траву на нашем пятачке. Хьюго уже на низком старте, готов идти домой. Очень много дел было сделано за эти два дня. Поставлена еще одна лавочка, такая же, как и мы делали в прошлом видео. Все сделали в едином стиле, выглядит это максимально офигенно. Реально офигенно выглядит, пацаны, вообще. Оценивайте, друзья, оценивайте. Ну, друзья, давайте, ролик подошел к концу. Обязательно, друзья, если вам понравился ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь видосиком, подписывайтесь на наши соцсети. Где-то будут внизу ссылочки. Всем пока, друзья, и до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Хьюго, всем пока, скажи. Хьюго, Хьюги. Все, 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 малыш. Всем пока, скажи. Всем пока.